Рекоператор «Природа» должен бесплатно вывозить растительные отходы. Об этом сообщает в Государственной жилищной инспекции по Оренбургской области. Растительные отходы, которые образуются при уходе за газонными кустарниками и деревьями на придомовой территории жилых домов, в федеральном классификационном каталоге отнесены к твердым коммунальным отходам. Поэтому сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение должен бесплатно осуществлять рекоператор. Отметим, что ООО «Природа» относит растительные отходы к крупногабаритным. ГЖИ судилась с рекоператором. В итоге точку в этом вопросе поставил Верховный суд Российской Федерации.